слышу я, это обсуждение принятия открытого письма к главе Национального олимпийского комитета Бубки и министру молоди, физкультуры и спорта, кто там у нас есть, с тем, чтобы они оказали определенную помощь в вопросе непередачи лесной сказки для строительства в областную коммунальную собственность, для строительства якобы спортивной базы. Открытое письмо. Текст подготовим. Почему? Вот такой. То есть это следующий шаг в рамках общественного обсуждения. Ну и обсуждение на общественном совете, формирование позиции общественного совета в рамках происходящего сейчас громадского обговорения, то есть формирование позиции общественного совета по вопросу передачи или не передачи лесной сказки в областную коммунальную что-то не за базу там, как вы думаете? Спортивную, подготовку олимпийского резерва. Вот. Вот такое предложение включения. И принятие, как по аналогии, как мы делали открытое письмо к Королевской, с изложением, так сказать, нашего видения и определенной просьбы. То есть, если тогда Королевскую мы просили не приезжать, то сейчас Бубку министра попросим оказать, высказать мнение или направить, ну, сформулируем это, там, оказать посильную помощь в вопросе того, чтобы убедить областную администрацию принимать решение о строительстве базы Олимпийского резерва не на территории лесной сказки, а найти другой земельный участок. А кем Бубка противит? Глава Национального олимпийского комитета. И база Олимпийского резерва, его же привозили, и вот этот же выступающий Мыцик посылался на него, что... А Национальный Олимпийский комитет обладает собственными средствами, он же посылался на него, что вот и Национальный Олимпийский комитет выделит деньги, я с Сергеем Назаровичем, мы разговаривали это. Прием граждан в кабинетах, это уже как бы застарело сильно. Может быть, мы организуем факельную ходу общественного совета с транспарантами, что готовы выслушать каждого, и пригласим туда как раз граждан, у которых будут вопросы. А факела зачем, чтобы подсвечивать транспарант? Ну, просто будет красиво, и а будет тепло. И мы можем пройти по центру города, и люди будут читать транспаранты, что мы готовы, общественный совет готов выслушать каждого своими вопросами. Можете позвонить. Мы можем прямо идти и общаться прямо на ходу. Люди а во главе подходить. Левит будет идти? Вообще Левит. У нас председатель чего-то.